Всем привет! Получил сегодня такое письмецо. Сейчас его распечатываю. Должно быть там пару монет. Немножко совсем пришло сегодня. Будем глядеть, что там нам сегодня подвалило. Надо было взять другое. Средство для скрытия конвертов. Первая монетка вот такая вот. Сейчас достану. Это рядовая монета греческая. 1 евро. Вот какой у нас там. 2008 год. Есть у меня такая монета 2005 года. Но она другого типа получается. Это уже новая карта. А 2005 год, который у меня есть, там со старой картой Европы. Здесь вот у нас скандинавский полуостров полностью изображен, видно. Норвегия присутствует. На той монете Норвегии нету. Изменилась карта, изменился тип. Не все это собирал. Практически все есть, но вот эти старые новые карты, скажем, часть монет у меня отсутствует. Потихоньку их добираю, не торопясь. Торопиться некуда. Ну и вот самое интересное. В общем-то, вот такая монета. Намибия. Сравните если с 1 евро в открытке. $10 95 года, 50 лет, Организация Объединенных Наций. Такая вот огромная монета, диаметр у нее где-то 38-39 миллиметров, по-моему. Красота. Намибия у нас две юбилейных монеты всего выпустила. Одна биметаллическая, ну а вторая вот эта вот. По Намибии, по юбилейке. Надо будет тоже обзор сделать. Ну, такой общий. Очень красиво. Вот такая у нас сегодня небольшая распаковочка получилась с двумя монетами. Все на этом. Спасибо за внимание. Завтра вот должен еще получить письмо. Там монет будет гораздо больше. Всем пока.